Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Александра Шервинта и его супругу Наталью Белоусову госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщили СМИ. По некоторой информации, 86-летний актер находится в тяжелом состоянии, у него легочная недостаточность. Телеграм-канал 112 сообщает о вирусной пневмонии. Ширвинт, по предварительным данным, проведет в больнице несколько дней. РЕН-ТВ стало известно, что туда его с женой забрали из дома. Ни сам режиссер, ни его близкие госпитализацию пока не подтвердили. Эту информацию еще предстоит уточнить. Напомним, что Александр Ширвинт сыграл более чем в полусотне советских и российских фильмов. Среди них «Ирония судьбы» или «С легким паром», «12 стульев» и «Вокзал для двоих». Кроме того, он поставил десятки театральных спектаклей. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!